В фильме вообще исключительно о команде. То есть режиссер вот в семейную тему вот в это не показывал. Да? То есть это исключительно про аукцион, а не про музыкантов аукционы. Фильм. Понимаете, нам нужно смотреть. Так его сложно объяснить. Так же, как сложно мы объяснить. Мы поэтому и беседуем, чтобы люди после этого пошли и посмотрели. Да. Что из себя представляет группа «Аукцион». Да? Чтобы это объяснить, нужно просто человеку прийти на концерт и посмотреть, что из себя представляет группа «Аукцион». Не послушать, а посмотреть. Да? То же самое о фильме. «Метро» сложно объяснить, потому что очень много высокохудожественных, на мой взгляд, вкраплений, там, да, даже клиповых моментов, там есть три клипа. Художественные — это постановочные моменты имеются в виду? То есть это не совсем документалка? Не совсем документалка, потому что если клипы, они постановочные клипы. То есть я когда снимался в одном, ну типа назовем это клипом, да, произведение, мне Дима говорил, вот ты выходишь с этой арки, в эту арку едешь на велосипеде, там берешь это, да. Но все это перемешано, естественно, и концертными выступлениями, какими-то бытовыми моментами, и откровениями достаточно личностными такими, да, музыкантов, скажем так, мое там об алкоголизме, скажем так, достаточно жесткая история, да. Вот. А жесткая она в чем? Потому что она закончилась резко? Нет, или она... ну, некие воспоминания о том, как я безобразничал, скажем так. Я просто не хочу сейчас об этом называть это то, что как я безобразничал. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».